Всем привет, это предпродажный обзор самых популярных колонок на сегодняшний день. Dancebox 500, компания Electronic, EL1212A. Их покупают сразу две штуки. Едут они у нас в город Ржев. Получатель Сергей Николаевич. У этих колонок есть функция ТВС, их можно подключить между собой без проводов, это мы тоже сегодня проверим. Давайте вскроем, посмотрим комплектацию и отправим. В комплекте с каждой колонкой идут два радиомикрофона. Пульт дистанционного управления, крокодильчики на 12 вольт зарядки, 220 вольт зарядка, AUX-кабель и инструкция на русском языке. Играет правая колонка. Проверим от нее микрофон синий. Раз, 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 два, три, микрофон работает. Проверим оранжевый микрофон. Раз, 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 два, три, тоже работает. Сейчас играет левая колонка, а микрофон, на который проверил, поставил на правую колонку. Проверим оранжевый микрофон от левой колонки. Раз, 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 два, три, микрофон работает. Проверим синий микрофон. Раз, 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 два, три, тоже работает. Давайте попробуем функцию ТВС. Для этого нужно на каждой колонке включить режим Bluetooth. И который будет главный, на ней зажать кнопку ТВС и удерживать 3 секунды. Тут БТСТ, тут БЕ. Это пассивная у нас теперь колонка, это активная. Заходим в Bluetooth. Подключаемся. Так, звук был, подключились. Настраиваем громкость на обеих колонках. Эквалайзер я не поднимал на одну. Все, они подключены. Я их развернул. Включаем трек. И прибавлю. Убавлю громкость немножко. По проселочной дороге шел я ночью. Звук идет с обоих колонок. И было. Здесь чуть-чуть прибавлю. Только грянули гармошки, что не смочи, и руками развела тишина. А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. Вот громкий стереозвук. Все хорошо, классно работает. Запаковываем и отправляем в город Ржев для Сергея Николаевича.